дамы и господа, вас приветствует команда КВН «Одесских дедменов». Что вы несете, Вац? Вы опять курили мой опиум? Ай-яй-яй-яй-яй! Что вы разговариваете в стену? Простите, Холмс. Ватсон, вот у меня для вас замечательная новость. У нас новое дело. Я назову это преступлением. Заткнитесь, Ватсон, вы мешаете мне думать. Я назову это преступлением. Преступление преступника. Слушайте, итак, мы сейчас идем на место преступления. Вы готовы? У вас крепкие нервы, Ватсон. Пойдемте на место преступления. Пойдемте. Ну, помедленнее, Холмс, ну. Быстрее, Ватсон. Что с вами, Ватсон, здесь ничего нет. Мы еще не дошли. Перенервничал, Холмс. Пойдемте. Холмс, ну куда вы все бежите? Ватсон, вот перед нами лежащий труп. 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 Лежащий. Ну как вы догадались, Холмс? Это элементарно, Ватсон, он действительно лежит. Смотрите внимательно. Голова трупа направлена на юг, а ноги на север. Соответственно, труп пришел с юга, а убийца с севера. Из этого мы делаем логический вывод, что труп из Анапы, а убийца с Сургута. Гениально, Холмс! Спасибо. Двигаемся далее. Смотрите внимательно. Рот убитого чуть-чуть приоткрыт, видите? Угу. Это говорит о том, что труп что-то говорил перед смертью. Гениально, Холмс! Что говорят люди перед смертью? Да ладно, прыгну, я здесь невысоко. Не то. Какой вкусный чизбургер. Нет, Ватсон, не то. Ябаляба-ду! Ватсон, прекратите. Он говорил имя убийцы. Гениально, Холмс. Сейчас на ваших глазах я применю уникальный метод восстановления имени убийцы по открытому рту убитого. Специальная методика мышечной памяти лица. Смотрите внимательно. Сейчас я немножечко закрою рот убитого, и мы услышим имя убийцы. Слушаем. Володя. Это гениально, Холмс. Убийцу звали Стас. Вы опять слышали эту музыку? Я опять слышал эту мелодию. Что это такое? Какая-то чушь. Все время начинает играть какая-то музыка. Нас преследует какая-то ерунда. Двигаемся. Итак, мой метод. Продолжаем мой метод. Смотрите внимательно. Ватсон. Убийца Стас. У кого? Может быть имя Стас. Это, естественно, не британское имя. Значит, Стас не из Великобритании. Откуда может быть Стас? Стас это кто? Что это за национальность? Стас. У меня Стас. Есть версия, Холмс. Какая? Он из Греции. Стас из Греции? Грек Стас. Грека Стас? Стаса грек. Это чё, Ватсон? Не может быть Стас греком. Стас немец. Стас немец. Он из Германии. У меня уже сращивается картинка происшедшего. Сращивается? Сращивается, Ватсон. Смотрите внимательно. Труп шел с юга. Немец Стас шел с севера. Давайте восстановим события той ужасной ночи. Вы убитый, я еще нет. Доставайте опиум быстро. А? Ага. Отлично. Итак. Поехали! Накидываем! Вы труп, я нет! Мы встречаемся! Давайте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Я немец Стас! А я будущий труп! А куда это вы идете? А я иду в Германию! А я вас не пущу! Володя! Чего-то не хватает! Чего-то не хватает! Как-то нелогично. Нам нужен мотив! Нам нужен мотив! Миссис Хадсон, заканчивайте это уже в конце концов! Уходите из помещения! Сколько можно играть? Да старая женщина, невозможно! Лучше бы суп приготовила! Итак, возвращаемся к убийству. Немец Стас из Германии. Что едят в Германии? Сосиски. Сосиски. А что пьют? Пиво. Пиво и сосиски. Что едят и пьют в Анапе?
Сосиски и пиво. Сосиски и пиво. Чувствуйте, Ватсон, чувствуйте. Пиво и сосиски, сосиски и пиво. С пивом и сосиски, пиво. Пиво, сосиски, пиво. Вместе с сосиской. Чувствуйте? Это гениально, Холмс. Я же вам говорил, сосиски. Итак, мы восстанавливаем события той кровавой ночи. Вы убитый, я убийца. Поехали? Поехали. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я немец Стас, а вы? Я будущий труп. А куда вы идете? А я иду в Германию. Ага, соси писки. Что? Ни за что. Ни за что? На тебе. Володя. Опять что-то не то. Меня осенило, Ватсон. Меня осенило. Труп лежит один, правильно? Правильно. Значит, никакого убийцы не было. Никакого? Никакого убийцы не было. Он шел с юга на север. Резкий перепад температуры, сердечный приступ, он на полу. По-моему, гениально. Давайте восстановим события той кровавой ночи. Вы идете один, резкий перепад температуры, и вы на полу. Поехали. Ой, я будущий труп. Ой, как жарко, жарко. Ближе к северу. О, резкий перепад температуры. Холодно, холодно. Что-то с сердцем. Я забываю, как меня зовут. Саша, Игорь, Володя. Смотри, вот они. Вот они, эти двое, которые...